было обнародовано апостольское послание Папы Франциска «Восхитительный знак», посвященный рождественским яслям, пишет Blagvestenfoss со ссылкой на Vatican News. Изображение события Рождества, говорится в тексте документа, равноценно возвещению тайны воплощения Сына Божьего, возвещению в радости и простоте. Поясняя цель своего послания, Папа пишет, что он хотел бы поддержать традицию создания рождественских яслей в семьях. Напоминая об этимологии слова, которое означает «ясли», «кормушка для животных», Папа приводит слова святого Августина. «Иисус, которого положили в ясли, стал нашей пищей». Созданием рождественского вертепа в 1223 году святой Франциск Ассизский совершил великое дело евангелизации. Его наставление проникло в сердца христиан и остается по сей день подлинным способом донести красоту нашей веры с простосердечием. Смысл восхитительного знака рождественских ясли заключается в том, что они являют нам нежность Бога, снизошедшего до нашей малости.